смотрит. Взлетай давай. Ребята, всем привет. Вот мы выбрались опять на охоту на утку. Ехали по дороге на поле, на кукурузное, вечерку постоять. И вот увидели на канавке небольшую стаю уток. Сейчас попробую к ней подойти. Она достаточно так далеко сидит. И будет тяжеловато точное место определить. Я сейчас попробую, не доходя метров 100, тихонечко выглянуть, чтобы определить точное место. И уже прямо на них постараюсь выйти. Так, 3 вроде только сбил. Принеси. Молодец. Давай, ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Давай. Молодец. Все, дай, наша. Давай, 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 ищи. Ищи, ищи, ищи. Там, 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 там. Молодец, собака. Молодец. Нашла. Так, что давай я тогда попробую. Принеси! Давай, 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 давай! Ищи, ищи, ищи! Чего? О! Пошли! Смотри! Чего? Нашел, смотри! Зашилась вот молодая утка. Перекручиваем чок. Хочу попробовать с цилиндра пострелять. Они там как бы... Если опять полетят, когда будет темно. Потому что я еще раз был на этом поле. Но был слабый лед. Мы сейчас на соседнее приехали. Мы тут обнаружили с Олей одну ямочку и попробуем там постоять. Цилиндр. Попробую цилиндр. Они поздно летели, уже почти ночь, низко. Будет легче попадать. Тем более я буду сегодня
Кстати, сегодня буду стрелять вообще вот сейчас со спортинговых патронов. Они, я стрелял на прошлой охоте, очень кучно летят, поэтому надо, мне кажется, цилиндр вкрутить, будет полегче стрелять. В ту сторону, мне кажется, снимать. Ой, я зафигнил. Так, ну в общем, наша низина, вот она. Вот такая небольшая. Я планирую, вот надо, наверное, встать с правой стороны вот на тот выступ. Как раз будем смотреть на солнце. Уже чуть, еще чуть-чуть. И уже в ту сторону направо будет плохо, конечно, видно. Но в ту сторону, на которой заходит солнце, будет более-менее. Мы забыли спрей от комаров. Комаров море. Без спрея, зато с кофе с термосом. Все, идем за золотинку. Тима что-то погнала, кстати, по кукурузе. Непонятно. Какие? Чётенько? Поищи. Давай, 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 давай. Поищи, Марк, давай, тут, 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 поищи там. Давай, давай, давай. Поищи. Поищи, тут, 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 тут. Давай, давай, давай. Вот. Наша добыча. Единственные, кто прилетели, мы их добыли. Можно сказать, стопроцентный результат. Все, пойдем, потому что комаров вообще в море. Не зря я вкрутил цилиндр, на коротке стрелял. Отлично получилось. Завтра, может, еще с подхода поохотимся. Мы едем на охоту, и как в прошлый раз увидели уток на канаве по дороге на кукурузу. Сейчас будем пробовать к ним подходить. Сиди чуть-чуть в машине, если он больше отпустит. Короче, одна на этот берег упала, одна на тот и под ранком села туда.
Пошли, Чио, пошли. Три получилось сбить, две на берегу, одна под ранком, чуть по канаве пролетела, сейчас попробуем ее найти. Селезень хороший. Так, куда-то сюда падал. Давай ищи тут. Ну, она под ранком садилась. Куда-то сюда. Поищи. Поищи, поищи. Давай, 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 давай. Поищи, поищи. Нашла? Ай, молодец, принеси. Давай, принеси. Молодец, принеси. Молодец. Нашла, отлично. Тоже селезень. Наши. Молодец. Фу. Чива, наша. Наша, наша. Молодец. Молодец, собака. Да, похож на селезня. Тут тоже два селезня. Давай, давай. Ищи, ищи. Давай, давай, давай. Ищи. Ищи, ищи. Ищи. Вот, видели, куницу перебежала дорогу и дали Чиве немножко поработать по пушнине. Повезло ей, что не сезон. Вон она сидит, наблюдает, Чива бегает под этим, ищет след. Ну там так, такая крепь. Куница хитрая. Залезла на дерево, сидит. Привет! Не бойся! Не сезон! Молодец, Чива. Все, поехали на уток охотиться. Все, куничка, пока. Прячься лучше. Красотка, да? Смотрит, как он удаляется. Чива, нельзя. Чива пошла. Не выбросила спортинг. Вот такой вот селезень, четвертый уже на сегодняшний вечер. Вот вчера, сегодня стрелял со спортингов. И вот бывает, что не хватает все-таки энергии перезарядить ружье. Ну поедем, а то сейчас уже опоздаем. Чива! Ко мне! Давай на место. Давай, поехали. Залазь, Чива! Давай, залазь!
общем, как и вчера, мы заходим в кукурузу. И у нас 4 утки уже по дороге добыты. Значит, ждем 2 черков. Все, вперед. Еще нам немножко надо пройтись. Слушай, здесь была вода в прошлый раз, когда мы были. Пока уток нету, только одни комары. Вчера хоть немножко летали. Ну, мы ждем своих 2 черка. Все, закончили мы на сегодня охоту. Никто к нам не прилетел. Комаров было очень много, вообще невозможно было стоять. Как всегда, фонарь Armitek Wizard хорошо светит, помог вчера нам уток найти, да и вообще передвигаться в темноте. 15% скидка в магазине Armitek по промокоду ЧИВА. Следующая охота, наверное, уже будет с подхода. Сюда больше не поедем, на эту кукурузу. Уже, наверное, мы здесь всех уток разогнали. И да ничего тут не летает. Вода упала, нет воды особо в кукурузе. Так что не пропустите, оценивайте это видео, подписывайтесь на канал, увидимся в угоде. Я не понял, где он. Что за распаковка? Офигеть. Слышишь? Офигеть, я что, потерял что ли? Да ну нахер. Да ну нафиг. Может, в этом? Вот он в рюкзаке лежал. Хорошо, что не потерял. Было бы вообще обидно. Подожди, а где?